Мы сегодня будем делать с тобой color makeup. Что-то очень яркое, да, и необычное. Ты будешь делать один глаз, ты я второй. Буду делать второй. Окей. Нихера себе ты херачишь, блин, помадой. Так, ну я начинаю с нижнего века всегда. Какие твои вот три самые любимые подложки? Вот с чего начать, чтобы быстро стать хорошим визажистом? Вот во мне живет несколько женщин. Вот я еще раз говорю, да? Что выберешь, провести мастер-класс на 100 человек или отдохнуть на море? Бу. Ну, сегодня видео, что нельзя делать. Что нельзя делать. Здравствуйте, накрасьте, меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Сегодня с нами просто невероятно позитивная женщина. Султан Сулейман Хан Хартлет Лири. Самая яркая, сегодня буду говорить меньше, чем обычно, потому что с нами сегодня Евгения Ежова. Ну, не знаю. Подписывайтесь на ее инстаграм. Всем привет, спасибо большое, Аня, что пригласила, мне очень приятно, я очень рада участвовать в такой потрясающей программе. Ну что, поехали? Поехали. Так, Жень, что мы сегодня с тобой будем делать? Мы сегодня будем делать с тобой color makeup. Что-то очень яркое, да, и необычное, не как у всех. Ты будешь делать один глаз, ты я второй. Буду делать второй. Окей. И наши потом подписчики, либо наши хейтеры, напишут что-то уже в комментариях, кто им понравился больше, какой макияж. Окей. Окей? Все, поехали. Так, ну что, едем. Так, что ты будешь делать? Ты уже придумала? Я буду. Ну, естественно, это карандаш. Ты карандашом, да? Я скажешь? Карандаш. Какой у тебя карандаш? Это Вайкон. Так, ну я так. Начинаю с нижнего века всегда. Ну раз ты с нижнего века, то у меня тоже... вариантов уже не будет. Нихера ты херачишь, блин, помадой. Ну, я ладно. Очень люблю помадки, Анастасия Берри Хиллз. Очень здорово, мне тоже очень нравится. Так что будем... А, у нас, получается, будут разные глаза, да? Конечно. Нихера батл года. Круто. Мы уже делали такое с Домиником Робертсом, но у нас был... просто коммерческий смоки. Угу. А с тобой мы решили так поярче. Посерьезнее, да? Посерьезнее, да. Ну, здорово. Кисти, как... кстати, а? Ну, что ты, расскажи, как ты вообще пришла в этот мир? Я пришла. Как я пришла? Жила себе, жила. О, у тебя кисточка номер твоя, один. Твоя, очень, да, крутая, очень крутая. Я в восторге. Обожаю формы. Жила я, значит, жила. Жила, но у меня такое веселое детство было, знаешь, все время меня никто не верил, говорили, что я какашка, все дела. И я как-то решила, глазик вниз, и я решила такая, думаю, так, я, мне нужно мне чем-то заняться, я, значит, залетела случайно. Решила чем-то давайте заняться? Уж будем говорить вещи своими именами. Я залетела, вышла замуж, глазки вниз, да, вышла замуж. И, значит, жила, сидела с ребеночком, все было прекрасно, и тут я понимаю, что, кажется, что-то пошло не так. Кажется, я куда-то не туда иду. Как бы понятно, семья — это все здорово, мне все это очень нравится, но хочется совмещать все-таки с каким-то интересным творчеством, потому что я всю жизнь была творческая. Я вообще пела там, кстати. А, ты ж поешь. Я ж певица года. Все, на следующий ЕБС ты мне споешь обязательно. Все, обещаю. Вот. И я, то есть, значит, такая певица. Думаю, пойду, пела, значит, по барам. Думаю, что делать? Ну, значит, давай по барам ходить петь. Кстати, пела, по барам ходила, там мне деньги кидали. Ходила, значит, пела. И тут какая-то девочка знакомая отучилась как-то случайненько на макияж, и я это увидела. Еще это было не так открыто современно у нас в России. Мне кажется, у вас это было гораздо раньше, да? Угу. Ну, чем мы, у да, нас. Да. У нас как-то это все быстро началось буквально 4 года назад. И я, значит, пошла, отучилась в какой-то странной школе. Очень странно, очень... ну, меня как бы хвалили, но так не очень. Вот. Заняла деньги у мамы. Говорю, мама, все, надо деньги. Она говорит, ну, давай, отдаешь потом в три раза больше. Я говорю, окей. Начала работать дома около... Окошко? Около окошечка. Так, все, открывать нельзя, да? Ну, у вас нельзя. Ну, давай я тоже это сделаю. Давай тоже. Я давай, тоже давай, возьму да, подложечку. А чем сифорочку возьму. Сифорочку. Да. Угу. У тебя Кайлин был, да? Да, у меня был Кайлин. Ну, Кайлин тоже хорош. Какие твои вот три самые любимые подложки? Мои любимые подложки — это сифора, однозначно. Кайлина тоже мне нравится. Очень... Данесса мне очень нравится. Да. Но она быстро сохнет, конечно, но мне нравится. Я все равно люблю. Сейчас у тебя школа.
да? Есть. Школа в Москве, в моем родном городе, в Саранске. В Москве у меня вообще там прям... Разрыв, да? О, да. У меня в таком хорошем месте, в центре города находится. Такая классная школа, очень горжусь ею. То есть хорошо. У вас есть и база, то есть базовые, есть да, повышение, да? Да, то есть все сразу. Так ты на Никс сейчас на лепишь крепость. На Никс, наслаиваю более Никол. Такой яркий пигмент. Так, я, знаешь, мелко дисперсными по краям прошлась, чтобы так стыки растушевать. Я такая хорошка, на самом Побочка, деле. Побочка, да, недолго такое. Я такая пушиндрочка, знаешь. Я типа вроде такая вот экспрессивная, такая яркая, насыщенная сама в себе во всех смыслах. Так тоже делать не буду. Вот. Сегодня видео, что нельзя делать. Что нельзя делать. Пять штукенций, которые нельзя делать визажистам. Какие фотографии у тебя в Инстаграм пользуются самым большим спросом? Вот какие больше всего лайков? Мои. Твои. Да. Все-таки. Ты знаешь, мне что больше всего в этой жизни? Рассказываю. Я, значит, херачу 4 часа колор, там, знаешь, делаю там до хера времени, до хера пигментов, до хера цвета. Сделала. Ну, типа, охват нормальный. Ну, нормально. Все нормально. Я, значит, если залью глаз михроном, там же... Да, я охват видела. Бешеный, блядь. В чем прикол? Не придумаешь. Как ты готовишь кожу к макияжу? Кожу я очень сильно ее увлажняю. Очень сильно. Я люблю увлажнение, люблю питание. То есть я такой человек, который серьезно к этому относится. И могу серьезно, я прям такую лекцию провожу себе на базовых курсах, серьезную. Прям по 3-4 часа, потому что это... Ну, какое твое самое любимое средство? Мне очень нравятся эссенции, всякие сыворотки, дополнительное увлажнение. Типа H2O Beauty очень нравится мне эссенция увлажняющая, крутая. Очень мне нравится... Господи, как это называется там? Пайот мне очень нравится. Ага. Безумно люблю это... То есть очень нравится то, что именно реально увлажняет. С гиалуронкой и так далее. Закрываешь потом кремом или нет? Закрываю, конечно же. Конечно, я использую базы. Главное понимать, что если у нас кожа жирная, очень важное место, там меня все спрашивают по жирной коже, что если кожица жирная, то ни в коем случае нельзя ее сильно матировать. Вот запомните этот лайфхак на всю свою жизнь. Вот у кого сейчас жирная кожа, меня очень сильно будут любить. Потому что ни в коем случае нельзя этими вещами заниматься, так как кожа начинает защищаться. Еще больше жирнится. И получается блин на лице. И это очень гьюсно. Взяла подводку Шоумура. Шоумура обожаю. Да? Моя любимая подводка. А это Ренчик дала? Нет, я сама взяла. Твоя? Это ты у нас взяла или ты? Только что ты не увидела. Да? Я слепая курица, блядь. Ты что, я же видишь вот эти? Очки на все конечно, лицо. Конечно, у меня же на все лицо. Сейчас я как раз попробую. Такая приятная. Очень классно, мне безумно нравится. Ты что хочешь ей делать? Хочу сразу, пока ты там рисуешь, стрелку сделать. Блядь, еще и стрелка будет. Сейчас до стрелку доманю. Бу. Так она же батл, уже понимаешь ты. Так что, атональные. Тональные. Вот расскажи, какие свои секреты. Кстати, что касается тонального. Безумно мне понравился тональный от VG. Да? Ты не пробовала? Не пробовала. Это, кстати, ваш украинский бренд, правильно? Да. Очень достойный мне прям. Понравился в последнее время. Я люблю мягкие, нежные текстуры. Если я люблю делать тон, у меня же глаза, видишь, очень насыщенные, очень много наслаиваний. То есть это все очень ярко. И хочется какой-то легкости, невесомости всегда в тоне. Что ты пожелаешь нашим визажистам, начинающим? Вот с чего начать, чтобы быстро стать хорошим визажистом? Успешным? Главное окружение. Это первое. Я тут говорю, такая вот я вроде, да, такая психоделика, веселая, такая все дела, такая вот я. Вот во мне живет несколько женщин. Вот я еще раз говорю, да, то есть такая вот нежная, вуальная. Вот как я сейчас с вами разговариваю, такой учитель. И потом? Нет, над головой, вот, собственно говоря. Вот. И иногда мне рожается жуткая стерва. И я к чему это говорю-то? А я к чему говорила-то?
пожелать визажистам? Очень вот важно окружение. Никогда около себя не собирайте людей, которые ссут на ваши крылья. Никогда. Запомните главное правило. Никогда нет людей, которые ссут на ваши крылья. Что по работе? По работе. Базовые курсы. Это охеренно. Курсы, базовые курсы. Это же ты представляешь, ты растишь лидеров, понимаешь? Вот у меня фишка в том, я очень люблю базовые курсы, потому что ты реально выращиваешь лидеров. Ты выращиваешь новое поколение, новых людей. Я так говорю, как бабушка, блядь, которая все, песок сыпется из жопы. Реально, это ужасно. Сколько тебе лет? 24. Ой, 25. Да ладно? Да. Я что-то думаю, старая. Ну, блядь, ну вот... Пора колоться начать, что могу сделать. Нет, просто ты умная. И нормальная. А что это такое? Это Milk. Кстати, тебе очень бы понравилось. Milk, кстати, я же купила хайлайтер от Milk. Охерен, у вас есть Milk? Это хороший тин? Ну, в Украине нет, я тоже покупаю где-то всегда. Очень классный бренд. Я его недавно купила, я выкладывала все сторис, кстати. Я видела у тебя, что я купила. Хайлайтер. И еще купила Зоева. Он мне понравился, поэтому купила два хайлайтера. Тебе нравится читать мастер-классы? Читать? Ну, проводить мастер-классы большие. Проводить очень люблю. У меня недавно был мастер-класс в Вьетнаме. О, блин. Это очень круто. Это было очень круто, потому что было очень много народа. Я там также пела песни, я там, значит, плясала. Они ни не понимали, они просто «Езова!» Это было очень мило, реально. Это просто не представим. Я иду в туалет, они за мной. Они вот так меня тянут, вот так вот перетягивают. Одна к другой, вот так вот. Я стою как идиотка. Но это было очень круто. Я получила нереальные эмоции. Это писалось. Вот «Езова!» Они думали, меня зовут не Женя, а «Езова!» Я для них Езова. Да, я для них Езова, понимаешь? Я использовала, кстати, палитру. Это Кэт Ван Ди. Очень Кэт Ван Ди, я так люблю Кэт Ван Ди. Вообще прям можно. А ты видела палетку, палитку мою новую? Да, конечно, я смотрю твои сторис. Блядь, она просто бог. На самом деле, ты одна из немногих, кого я смотрю сторис. Спасибо. Знаешь, почему? Я твою тоже смотрю вообще-то, если что. Потому что ты позитивная. Очень такой люблю пудру Герген. Буду делать новой кисточкой. А у нас такой контраст, посмотрите, да? Да, да, да. И сейчас добавлю чуть-чуть сюда мою самую любимую ППшку. ППшка. Это что, блик был? Вот. Свою ППшку. Я люблю Mac Melon. Вообще, я люблю все почищать. Красивый, да. Да. Так, не ржем. Как ты видишь себя через 5 лет? Я очень хочу дочку. И дура, да? Чего? Я тоже хочу дочку. Все хотят там бизнес развивать, а я вот как бы вроде в бизнесе, да, и как бы так, вот стараюсь для своих детей, семьи, но очень хочу семью. Я хочу семью. Сколько ты дней работаешь в неделю? Я с работы иду на работу. Итак, блиц-опрос. Угу. Нужно отвечать очень быстро, окей, не думая. Ага. Красная или черная помада? Черная! Слюда или глиттер? Слюда. Что нравится больше, работать с моделями или клиентами? С моделями. Пастельные цвета или неоновые? Неоновые. Обучать или учиться самой? Обучать. Что, на твой взгляд, сложнее, угодить клиентам или собственному перфекционизму? Собственному перфекционизму. Какой макияж любишь больше выполнять, глаза или губы? Глаза. Повседневной жизни нюдовый или яркий? У меня нюдовый. У тебя нюдовый. Что выберешь, провести мастер-класс на 100 человек или отдохнуть на море? Провести мастер-класс. И на море. И на море. Спасибо большое. Спасибо. Ты невероятно крутая. Правда, я прям зарядилась сегодня энергией. А вы подписывайтесь на канал, помните, да? Пишите комментарии свои. И всем пока.